спросить что-то непонятно. И чем ты слушала, когда она все объясняла? Ну что ты там сказала? Не слышно и невнятно. Им так смешно, а тебе вовсе не до школы. И в голове любовь, любовь, а в душе пусто. Там контрольные, контрольные. И снова ты за партой пишешь это. Мой конспект, сидят на всех на последней парте. Что за звук, мне что-то непонятно. Это твой последний звонок, и он твоя любовь. Никто не узнает, слышишь, никто не узнает, а это твой последний звонок, и первая любовь. Девочки-отличницы, впрочем, все уже не важно. Это твой последний звонок, и он твоя любовь. Никто не узнает, слышишь, никто не узнает, а это твой последний. Твоя история, но все же ты сиди, учи. Ты же полиглот, ты теперь в курсе всех правил, ага. Теперь ты знаешь все, теперь ты выпускник. Но не знаешь, что такое жизнь и что в ней правильно. На шее ее медаль, а ей все равно. Ведь скучно и неправильно все происходит как-то. Но через пять минут у нее выпускной аттестат, медаль, а он, впрочем, уже не важен. Это твой последний звонок, и он твоя любовь. Никто не узнает, слышишь, никто не узнает, а это твой последний звонок, и первая любовь. Девочки-отличницы, впрочем, все уже не важно. Это твой последний звонок, и он твоя любовь. Никто не узнает, слышишь, никто не узнает, а это твой последний. Твоих глаз, но только не сегодня, ведь у тебя выпускной, и мысли про него, ай, уже не важно. Это твой последний звонок, и он твоя любовь.